Как говорится, снова здравствуйте. Дела двигаются потихоньку. Оправы вчера вот заготовки сделал, сечку сделал, а сегодня уже все это поточил, шлифовал, полирнул, пропитал. Буду готовиться делать клини и уже плавно к сборке переходить. Такой порядок работ. Это черно-коричневая такая какая-то цвета корейской березы. Стабилизированная. Это одна оправа. Вторая тоже корейская стабилизированная береза. Красная. Так. Это эбен. Вот. Меня тут, конечно, удивила опять сечка. Вон, видите, какие-то уголками. Но это же я не знаю, как она красиво сидела. То есть, когда вот я туда ее заколотил, идеально ровно все было. Кто знал, что она там внутри, как-то умудрилась вот так вот. Да. Но все уже. Лучше, чем пустая. Опять же. Вот кружки что-то у меня так идеально были. Ладно. Это зебрана. Тонкий ствол. Вот, то есть, оказывается, вот толстый ствол и тонкий ствол. Вот толстый ствол. Рисунок блеклый и еле заметный. Тонкий ствол, резкий рисунок, такой яркий, контрастный, так сказать. Такую вот пташку зафигачил. Ну, хоть тут как-то более-менее ровно, все как-то нормально. Ну, и вот тоже закругление есть и все. Ну, было у всех одинаково ровно, но... И зерикот вот с таким бензельком, опять же ровно. Почему там, я не знаю. Оправа из зерикота. Ну что ж, продолжаю работать. Надеюсь, сегодня покажу что-то еще интересного. Пока все. Вот бритвы в собранном виде. Получились опять на удивление, опять же скажу на удивление, почему? Потому что, ну, не бывает такого, чтобы не было косяков. Где-то клинок неровно там втыкается, допустим, вот. Тут нет, все чинно. То есть, не могу придраться никак, ни с чем. Это вот меня даже напрягает как-то. Но впереди еще заточка. Когда кажется, что вот все хорошо, заточка все это дело поправит. Вот такой короткий обзор собранного состояния бритвушки. А, нет, косячок-то есть. Сейчас я покажу. Вспомнил. Вот, к примеру, даже два. Если уж так копать-то. У нас резко сегодня будет ловиться-то. В общем, я уже вам показывал, это неровные вот здесь вот по неизвестной причине сечка. Блин, я не знаю, как так. И сейчас я вам косячок покажу, он там есть. Клиночек там не хотел ровненько входить. Пришлось хитрость применять. А хитрость мы богаты. Вот такой вот зелененький. Яхонтовый. Клинышек с красным вполне так хорошо смотрится. А везде так одинаковый дрессин. То есть там эбен, эбеновый, зебрана, зебрановый, зерикот, зерикотовый, там клин. И тут тоже вот корейская береза. Та же самая. Вот вот и бритвки. Вот видите, все ровно. О, все ровно, четко заходит. Но из-за этого пришлось вот, видите, вот если от клина отступать в стороны, то видно, что вот эта часть чуть толще, это чуть тоньше. Это вот один из секретов, как быть, когда клин идет чуть-чуть не посередке. И вот это правится вот таким моментом. Это никто не заметит, даже если я не скажу. Но что есть, то есть. Что ж, пойду сейчас по чаю пью сахарком и возьму за заточку.
Сейчас от слова, конечно, уже подустал, но я думаю, найду в себе сил, чтобы заточить. Главное, духом взяться, собраться. Все. Буду надеяться, что я вам покажу сегодня уже заточенные бритвы. И даже, может быть, уже ближе к сайту их куда-то передвину. Пойду чай пить. Готовы бритовки. Заточил. Аж голова закружилась. Вот. И до сих пор бывает упрек ставят, что, мол, а, что тут бритву точить-то ни о чем. Точить одно, а вот кромку изначально сделать, это уже то еще занятие. Ладно. Вот все, смотрю, конечно, вот на эту штуковину, я не знаю, на эту кривульку, блин. Как-то она меня прям убивает. Хотя меня тут один человек увидал, говорит, да, что ты беспокоишься, это же ручная работа. А, вон оно что. То есть, ручная работа, все нормально. Ну, я так, конечно, не привык. Ручная работа должна быть лучше любой другой. Только после этого она может называться ручной. Вот обзор готовых бритв. Как всегда, недопротерто чуток, он, видите, наверное, там отпечатки ай, пальцев. Да, сразу хочу сказать, наверное, заметили сразу ширину заточки. Она приличная, ширина-то. Но это виновата геометрия. Геометрия какая? Это ширина лезвия и толщина бушка. То есть, чем толще бушок, вот чем, давайте так скажу, чем шире лезвие, тем толще бушок должен быть. Должен быть вот как минимум в два раза толще. Но бритва была бы такая тяжелая, прям гири была бы бритва. Не показал, наверное, так-то. Я тут специально замутил так, чтобы бритвки вышли легкими. Да, если бы вот бритвы участвовали в конкурсе, кто быстрее и ровнее сделает кромку, первоначальную еще, перед заточкой, то красная бритва бы выиграла. А вот в последующей заточке, допустим, на ремне, выиграли другие бритвы бы, особенно эти черные. Тут много нюансов таких вот, которые... Многие нюансы, то есть, которые просто пропускаются многими людьми, не больше всеми. Заточники явно встречались со всякими вариантами. Всякое, как говорится, повидали. Всякое знают. Ну, тоже те, кто там, допустим, бритву там перекраивает, еще. Вот они в курсе. Хотя они тоже не с нуля кромочку херачат. Но все же близко к этому. Вот что у меня получилось в этот раз. Так, следующее. Это уже карелка. О, не протерто. Ладно. Перед фото тут еще не раз протру. Все будет блестеть, как в лучших домах. Как говорится. А это у нас... Так, это у нас зерикот. Эбен-то вот тот. Ну, хорошо вышли. Хорошо. Единственное, что меня тут, кажется, сначала напрягла ширина заточки, а потом подумал, ну, да, геометрия же не позволяет сделать более тонкой ее. Геометрия сильная штука. Дело не в этом. Дело в том, чтобы было ее удобно точить, удобно ей пользоваться. Остальное все. Остальное ничто, как говорится. Вот все. Обзор считаю состоявшимся.
Устал, конечно, что-то с ними. Ну, ладно, без привычки. Вот за хашку возьмусь, вот там я устану. Вот там стали D2. Вот я с ней напляшусь, конечно. Вот тут будет песня с плясками, как говорится. Вот. Ремешок сегодня уничтожил. Просто по дурости взял и уничтожил ремешок. А это шваркал, думаю, дай-ка я немножко пастой подмазну чуть-чуть зеленочкой. И подмазнул. И ремешок залип. Ай, я, конечно, сейчас ее попробую выходить. Бывали случаи, что получалось. А если нет, так нет. Буду думать, новенький, может, тут как-нибудь заведу, если времени на это будет вообще. Ну ладно, это мои печали, как говорится, так вот. Не знаю, вроде все сказал. В общем, встречайте на сайте. Надеюсь, я сегодня их вывешу, если ничто не помешает этому. Да, ладно, с хашкой так с хашкой обещал. Конечно, с Дамаском хочется поработать. Его и точить, и править прям совсем другая картина, конечно. Ну ладно, это уже другая история. В следующий раз. А на этом извольте откланяться. Спасибо за внимание. Всего доброго вам.